закончилось 24-е судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении фигурантов второй Бахчисарайской группы. В сегодняшнем судебном заседании сторона защиты продолжила представлять дополнение к апелляционным жалобам. Слово было предоставлено мне, и я повторно высказывала свое мнение. Сегодня были высказаны мной мои соображения относительно нарушения нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Это статья 3 на бесчеловечное и унижающее достоинство обращения, статья 9 право на свободу вероисповедования, статья 10 право на свободу мирных собраний, а также статья 18, когда преследование идет и, собственно, не под какими-то формальными признаками на самом деле скрывается цель преследования. Следующее судебное заседание назначено на понедельник на 9:30 утра.